Сколько нас с проколотами? Трое. Кто еще? Светка. Светка? А, еще Оля? Вот она я. Давай. А у Оли тоже. Оля! Оля! Иди сюда. Нет времени объяснять. Быстро, давай. Го. Это про Гарри Поттера рассказывай. Четверо. Теперь у нас четверо. Очень понравилась шутка, когда запретили всякие визы и шмизы. И карты мир в оборот были, и это строчки из Егора Летова, пластмассовый мир победил. Да. Это тогда тот человек, который идет через два затвора, через четыре письмо обучение. Она круто. Ну, поэтому я его и купил. Поэтому я снимаю. Покажите, пожалуйста. Я же еще снимал еще, когда его не было. Я не знаю, я с тобой не пила, то там один раз. Покажите, пожалуйста. Ну, ты даже не пила. Поехали на Бардовские костры. А, да, пила. Я пила. Это вот был первый раз, когда я с Лазаром познакомилась. Первый раз был в Кургане? Да. Снимаешь? Короче, смотри. Однажды был случай, еврей ебал немца. И на часах было, возможно, 23:11. Когда? Миша Бакиров только что. Да ладно! Когда? Прошу вылезать из твоего кинематографа. Друг, прости, но ничего не вырезаемо. Просто прими, вот так. Женька, твою мать, ты пьешь, нет? Пока нет. Я сегодня буду падать, я могу мне колесики? Да. Нет, вот эта история не будет просто сделать колесики. Где вы находитесь? Паша. Мы сегодня ездили вот здесь и вот. Коротко, моя история. То есть ты не просто ему передал, а сам не пьешь? Я не в силу. Пиздобол, блядь. Женька, пиздобол. Ты можешь? Не могу, правда. А где, блядь, закусить-то? Я сам возьму. Не, Женька, сиди. Я сам все сделаю. Братан, тебе нельзя. Ты что-то сильно себя плохо чувствуешь. Паш, прости, я все хана. Ром, будешь? Мне хана. Слишком кругловатое лицо. У жанра немножко оно вот такое. Ну, как вот у меня, нет. Ну, такое. Андрюха, похудеть тебе надо. Что надо? Да не, у него лицо-то не похудеет. Худеть надо? Но. Ты, да короче, ты охуел. Паша говорит, что ты на Жан Рено похож. Но мне кажется, у тебя лицо немножко другое должно быть. Да, лицом я не вышел. Максимум пришел. Какое Рено?